В ноябре 2006 года в результате очередного этапа реформы ЖКХ на рынке коммунальных услуг в Омиконском районе появилось отделение теплоэнергосервиса. А ровно полгода спустя предприятие стало оказывать услуги по обеспечению уже всего района теплом, водой и электроэнергией. Светлана Поцелуева продолжит тему. За 10 лет функционирования теплоэнергосервис в районе на действующих объектах теплоснабжения проводится техническое перевооружение, модернизация оборудования. Заменены десятки километров тепловых и водопроводных сетей, установлены сотни новых опор ЛЭП. Своими силами введено в строй 3 современных модульных котельных в селах Тамтор, Сарданох и Учугей. В качестве резервных источников питания установлено 7 дизель-генераторов. Объем инвестиций АО «Теплоэнергосервис» в коммунальное хозяйство Омиконского района за 10 лет превысил 349 миллионов рублей. На торжествах по случаю празднования этой пока еще небольшой даты со сцены звучали слова в адрес простых тружеников, людей, отдающих все силы нелегкому труду обеспечения жителей полюса холода самым главным – светом и теплом. В нашем обществе 6 филиалов, и один из них Омиконский, самый, так сказать, работающий в суровых условиях крайнего севера. Экстремально низкие температуры, но это не является помехой для стабильного и качественного теплоснабжения потребителей. Не были забыты и самые маленькие энергетики, дети работников, рисовавших к празднику работу своих мам и пап. Они тоже получили подарки. А школьный хор мальчиков с большим воодушевлением подарил энергетикам песню. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера.